Прожить одну жизнь, спасти тысячи. Супергерои, которые ликвидируют пожары, выезжают на аварии, приходят на помощь людям на воде и в лесу. Это все про них, сотрудников МЧС. Совсем скоро огнеборцы отметят свой профессиональный праздник День спасателя. И в преддверии знаменательной даты наш город вновь собрал друзей. Эстония, Польша, Россия, Латвия и Беларусь. Турнир на кубок председателя Бобруйского горисполкома. Уже в 17-й раз торжественно открыли во Дворце искусств. 17-й ежегодный открытый турнир среди подразделений пожарных спасатели объявляется открытым. 12 команд, 3 вида спорта и только один чемпион. Первый на очереди волейбол, затем мини-футбол и завершит соревновательную часть пожарный спорт. Кубковые разборки примут спортивные комплексы «Спартак», «Славянка», «Гелиос» и «Манеж» аварийно-спасательного отряда номер 7. Но это все потом. Сейчас же встреча старых знакомых, концерт и почетные гости. Этот гарнизон Бобруйский, он развивается. Я доволен, стараюсь как руководитель поддерживать во всех вопросах. Конечно же, в первую очередь в развитии и техническом оснащении, для того, чтобы граждане Бобруйска себя чувствовали в безопасности. С чем ассоциируется спасатель? Конечно же, с ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Но сегодня мы расскажем о человеке, который всю свою жизнь посвятил обучению людей основам безопасности. 21 год назад Дмитрий Сказов решил попробовать свои силы в пожарной службе. Сперва водителем, а спустя некоторое время в секторе пропаганды и взаимодействия с общественностью. И ни на секунду о своем выборе не жалеет. Ведь безопасность, по словам Дмитрия, начинается с каждого из нас. Не зря говорят, предупрежден значит вооружен. И точно знает ответ на вопрос, каким должен быть настоящий спасатель. Спасатель должен быть смелым в первую очередь, потому что, идя на работу спасателем, человек должен понимать, что он будет сталкиваться с различными трудностями, связанными с опасностью для жизни. Поэтому это, наверное, наиболее важное качество спасателя. Бобруйск по праву может гордиться своими огнеборцами. Благодаря их профессионализму и мастерству в 2019-м спасено 6 жизней и ликвидировано 527 пожаров. И это далеко не все заслуги. Нам удалось достигнуть снижение, пускай незначительного, количества пожаров и небольшого снижения количества гибели людей. Это, я считаю, очень основная и самая важная заслуга нашей совместной коллективной деятельности. И незаметно для всех, концертная часть плавно перешла в соревновательную. Сегодня спасатели выясняли отношения на волейбольной площадке. Ну а за занавесом спортивных баталий все они настоящие друзья. Спасатели признаются, пока они едины, они непобедимы. Максим Кембель, Максим Галенко, Бобруйск 360.